Всем привет! Приветствую на канале Логовом Плей. Продолжаем прохождение игры Человек-паук 2, Marvel Spider-Man 2. Я тут, блин, шарахался по городу, залетел тут на крышу в центральном Куинси. Смотри, какую-то фигню нашел. И она открывается. Преступники устроили тайник с деталями из разных мест города. Найдите их все, продайте. Краденая техника подполья. Ага. Они пытались снова собраться без Фина. О, как видали, что. Надо рассказать об этом Питу. А эта техника мне пригодится. О! Еще я нашел. Только что-то это опять-таки невыполнимая эта миссия. То есть, как бы, имею в виду, что видите. Нету, тут только фотосъемка была. То есть, как бы это все ерунда на самом деле оказывается. Я уж думал, что-то крутое нашел для топ-задания. Оказывается, фигня. Ну и ладно. Фиг с ним. Так. Нам... Вообще, что-то я тут... Ай! 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 Ай, накосячил. Увидел я тут, что тут вон... Есть. Вон еще, кстати говоря, подождите. Какая-то штука. Ага. Смотри-ка, вторую нашел уже. Точно. Смотри-ка, это как в первой части. Ой, мы мало заморали за это. Помните, эти были всякие прихолюки собирать. Типа на того походит это. Идем на встречу с дядькой. И что-то пока это. Никак дойти не можем. Тут где-то должны быть эти... вон они. Наши летающие помощники. Вот, теперь точно все, чики-пуки. Все. Сейчас долетим до дядьки за минуточку. Секундочку. Как профессионалы, как птичка. Как птичка летим. Ну, естественно, преступления тут начались. Как же без них? Ладно. Раз уж тут находимся. Сделаем преступление. Точнее сказать, сделаем так, чтобы преступления не было. Ага. Здрасте! Я с пожарными! Ух ты! Паутина! Часто ты можешь! Не получить урона, ага. Я уже не справился. Согласен. У-ху! Сектанты опять долбаны. И? У-у-у! Девушка, да тебе... Капец, они суты поджигатели какие. Вообще задолбали, а? Я не могу. На помощь! Чё ты там? Я могу доставить вас до скорой. Там вам помогут. Блин. Только лети осторожней, ладно? Ну ладно, вроде нам по пути. Скорая и этот. Помощь этому товарищу. Да, маленечко дали кебаба мне, подожгли меня. Осталось немного! У-ху. Простите, опаздываю! Хе-хе-хе. Это точно. Вот еще один пациент вам. Вот так. Теперь все будет хорошо. Огромное спасибо. Должен признать, люди тебя недооценивают. Конечно. У-ху, полетели. Гарлем. А, мы в Гарлеме. Тут, где школу нашел заброшенную. Песочный человек. Помните, в прошлой серии мы узнали? Может, и дядька про это расскажет. О, вот и добрались. Ты маску-то, может, снимешь?
А стоит? Расслабься. Я не хочу, чтобы племянник опять мне навалял. Фига, у меня костюмку-то покоцанный. Твой отец точно так же на меня смотрел. Или что там? Племянник-то уже выше тебя. Ну, почти. Майлз? Мартин Ли. Ему устроили побег. Я знаю, о чем ты думаешь. Не тебе его ловить. Не дай ему пустить корни здесь. Это все равно, что жить в тюрьме. Легко сказать. А сделать трудно. Но иногда прошлое надо отбросить, чтобы расчистить место для будущего. Согласен. Я потому и звоню. Че там, че там? Мне нужно кое-что достать. Я мог бы и сам. Но с бродягой покончено. Ага. О чем речь? Че там, надо забрать кое-что из старого снаряжения. Я спрятал его в бывшей лаборатории Роксон у Центрального парка. Да. Я знаю, где это. Значит, бродягу мы больше не увидим? Кто знает? Даю слово. Может быть, он пригодится нам на какой-нибудь большой битве с Крейвеном-охотником? Ничего не забыл? А, свистнул маску. Как это ты... Еще. Что касается Ли... Не делай глупостей. Да, да. Это интересный костюмчик я выбрал. Он какой-то как покоцанный получается маленький. Так, ну что, дядьке помочь надо, да? Я серьезно, Майлз. Говорят, этот парень умеет превращать мозги в кисель. Брось это дело. Ну, что еще у тебя нового? Как учеба? Есть симпатичные девчонки в платье? Я не знаю. Значит, все-таки есть. Возможно. Я тут. Что мне искать? Все перед тобой, племянник. Я загрузил в твою маску кое-что из своего кода. Ну, конечно. Этот тайник откроется лишь когда обнаружат мой код. Ага. Последний шаг – расшифровать ключ. Попробуй. Что делать? Не жульничай. Не спеши. Блин. О, е. Неплохо, парень. И что тут делать? Чтобы запустить нельзя, по-моему. Так. А, вот как. Меня же и придавило. Блин, тяжело эти триггеры держать. Отсюда открыть не смогу. Почему? Сверху надо. А, точно. Е-е-е, я тут, а. Ты бы стал достойным бродягой. Ты ведь уже понял, как попасть внутрь? Да понял, понял. Фига себе. На мой фейс, что ли, сработало? Ну и ладушки. Готово. Ну что, скажешь мне, что это такое? Старые прототипы. Можешь взять себе. Там классные примочки. Класс. Это мне пригодится. Так, улучшение костюма. Вы получите редкую деталь с помощью таких деталей. Можно получать доступ к новым костюмам, гаджетам, улучшением костюма. А, ну да, это я знаю, да. С помощью улучшения костюма вы можете повысить свою эффективность в бою при перемещении. Давай. О, здоровье, это надо. Улучшим. Е-е-е, изумительное здоровье, отлично. И еще раз. Е-е-е. Так, повышение. Ага, ну все, это уже мы не можем сделать.
Отлично. Это не единственный тайник. Дядя. Люди, освободившие Ли, не пройдут мимо такой техники. Нельзя, чтобы она угодила не в те руки. Только тебе я могу довериться. Ладно, я понял. Координаты в маске. Спасибо, племяш. Не пропадай. Интересно, что скажет об этом мама? Тайники бродяги доступны. Майлз, я слышала про нападение на корабль и про... Ты цел? Да, мам. Все нормально. Я тут кое с чем помогал дяде Аарону. А, ну и как он там? Он старается. Это хорошо. Мам, увидимся дома. И пока ты не спросила еще раз, я точно в порядке. Правда. Люблю тебя. Надо выдвигаться в центр. Посмотреть, что там происходит. Может, даже получится найти Ли. Ага, размечтался. Так, ну смотри-ка, вот тайники бродяги выполнили, верхний сайт. Ну это мы миссию выполнили. А здесь, вот, тут тоже тайник бродяги есть. А, фейсики, вон, смотрите, появились на картах. Фейсики. Так, а что у нас по заданиям-то, ребят? Поверхностное напряжение. Так, вот, исправление ошибок мы выполнили. Вот, тайники бродяги появились. Пламя. Где вы были? Финансовый квартал доступно. Задание связано с пламенем. А, это сектанты пламя, да? Понятно. Бруклин Виженс. Задание Академии Бруклин Виженс. Уильямсбург. Понял. Так, тут навыки у нас. А, ну это прокачка. Но у меня нету очков никаких. Костюмчики. А, вот они, то, что мы... можем улучшить, если есть детали. Увеличивает урон на любой базовый урон составляет. Давай. Нормальная тема. Так, это что такое? Вот уже деталек не хватает. Получение концентрации. Это бег какой-то. Тоже. Ну, нужно выполнять миссии всякие. И все будет тогда отлично. Так, ну что-то быстро как-то все закончилось. Если бы мы сегодня еще что-то выполнили. То, что рядом с нами. Уильямсбург, это да, так это мы выполнили. Тайники бродяги. Это все получается... Ну, тут тоже где-то тайник бродяги есть. И тут тоже есть. А, тут нету. Тут есть. Но главное, на этой части походе под показывает, а тут нет. Ну что, посмотрим, что получится, как мы тут долетим. Тайничок бродяги посмотрим. Майлз, про конкурс клубов не забыл? Ты в пути? Точно! Это же сегодня! К нам приедет мистер Атлас. У него лучшая программа по музыкальным технологиям. И, говорят, он выдает стипендии. У меня к нему столько вопросов. Я скоро буду. Ну все, вам красы! Бум! Пошла ты, дура! Бум! Я сейчас пока затушу, подождите, ребята, бочку. Вот, все, теперь можем разбираться. Нет, не все. Еще кто-то есть. Здорово. Да вы заколебали. Тут неподалеку стоит скорая. Я вас отнесу. Спасибо тебе большое. Спасибо. О, красивое какое здание. Фига себе, тут недалеко скорая стоит. Осталось немного! О, там треугольник можно было нажать. К.
кинуть, что ли, его можно было. И тачдаун. Здесь о вас позаботятся. Спасибо. Я как-нибудь отплачу. Я буду тоже помогать городу. Давай, помогай. Так, короче, получается, нам надо в другое место. Нам надо вот конкурс клубов. Вот сюда нам нужно. Это где? Японский городовой. А что, ближе-то не могли найти место? Это... В городе пока тихо. Пока что не видно ни Ли, ни тех головорезов. Может, Пит сумел что-нибудь узнать? Может и Пит. Так. Ага. Исцеление мира. Вот клуб. Смотри-ка, здесь ближе исцеление мира. А, можно выбрать либо Питера Паркера, да? А, либо этого, Майлза. Ну, мы Майлза уже тогда давайте поиграем сегодня. Полетел. Ну что ты? Чё ты прыгаешь-то? Да ей египетская сила, Майлз. О, полетел, давай. Опять какое-то преступление. Вот задолбали эти пламенисты, а. Они хотят кого-то клеймить? Смотри, куда этой штукой тычешь. А я что делаю? Да. Ай-яй-яй. Быстро с ними разобрался. Ёлки, откуда вообще эта секта взялась? А так вот, вот. Такая фигня бывает. Тоже не знаю, откуда она взялась. Так, ну тут, кстати говоря, вот бродяга. Вот, нашелся. Ну уже все. Мы мимо летим. Сейчас упадем. Повезло, не упали. Нифига, бродяга-то как подсвечиваться. Ха, прикольно. Опять преступление. О, переключились-то как мы мощно. Типа показывал, что туда. Да, смотрите, сколько бродяг тут по городу. Красиво парим, ребята. Прям над речкой. Даже не знаю, как, кстати, она называется. Ну и ладушки нам. Главное поймать тут попутный ветер, что мы и сделали. И мы снова в маленькой Одессе, ребята. Так. Ладно, в следующей серии пособираем бродягу. Или после серии. Сейчас давайте выполним еще одну миссию. Так прикольно, конечно, двумя играть персонажами, если честно, вообще классно. Это классно они сделали. Лайк и подписка им. Я помню, что оставил рюкзак где-то здесь. Да вот он. Все нашлось. Не переживай.
Нифига ты, шустрый парень. По переодеванию. Первое место тебе по переодеванию. Привет, Майлз. Как жизнь? Рад видеть тебя, чел. А он может нас подвезти? Часа в 4. О, даже не верится, что мистер Атлас приедет к нам. Если ему понравится звучание, глядишь, будет мне стипендия. Ну, что тут, ребятки, у вас? Как дела? Это, получается, институт какой-то, клуб Фея. Здорово, ребят, здорово, здорово. А, можно пообщаться? Посмотреть. Репродуктивные технологии не стоят на месте. Почитайте эту брошюру. В ней рассказывается о средствах контрацепции. Проконсультируйтесь с родителями и лечащим врачом. Они помогут вам сделать выбор. Да, они бесплатные. Берегите себя. Хрена себе, ну ладно. Чё-то не очень хочу тут средства контрацепции. Так, а вы тут что делаете? Тут тоже что-то можно подойти посмотреть? Ага, хавка, ладно. Майлз не голоден. Не голоден. О, чувак стоит. Здорово, чел. Майлз, я рад, что ты пришел. Здравствуйте, мистер Синклер. Да чего, отрадно видеть инновации в действии. А ты слышал про кружок химиков? Они подменяют мисс Фергюсон, пока она готовит к показу новый дрон. Угу. Она опаздывает. Презентация на главной сцене. Круто. Постараюсь не пропустить. Хорошо. Наслаждайся шоу. Спасибо, мистер. Спасибо. До встречи. Синклер. Так, тут что такое? А, так я ее не взял, что ли, брошюрку-то? Надо было взять. Погодь, сейчас возьмем. Хорошо, что среди нас есть те, кто в этом разбирается. Здорово, здорово, чел, здорово, здорово, здорово. Всем привет, всем привет. Hello, 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 hello. Эй, Майлз, мы здесь. Погоди. Эй, это же Моралес, магистр музыки. Как жизнь, Долисей? Ага. Ты пришел на встречу с мистером Атласом? Да, он скоро я к нему. Уйдет. Классный у тебя стенд. Спасибо. Зайдешь потом? Я сделала модель Сатурна, но скажу по секрету. Это Тор. Я оставлю тебе кусок. Хорошо, давай. Спасибки. Так. Тут что тут? А, вот он, Генки. Ганки, Генки. Здорово. Привет. О, ты пришел. Мастер Атлас еще не я приехал. Я спрошу его про тот курс вычислительной физики. От вас поступило заявление о пропаже человека. Что случилось? Атлас пропал. Что он-то и дело? Мы не знаем. Она пошла забрать что-то из машины и все. Или он это? Я расслышал два слова. Пропал и человек. Так что думаю, да. Иди. Мы займем место. Спасибо. Надо догнать директора. Может, еще что выясню. Придумай, как пройти к директору и служащему. Так, тут можно пройти? Да, протиснулись. У вас есть что-нибудь из ее вещей? Да, она оставила телефон. Разблокированный? Ей приходили какие-нибудь сообщения? Уже что-то. Только уведомления с фитнес-трекера. Он считает ее шаги. Где-то она ходит. Мисс Фергюсон все обожают. Только бы ничего не случилось. Найдите ее. Сделаем все возможное. Мисс Фергюсон пропала. Ох ты. Значит, фитнес-трекер остался при ней. Может, я смогу отследить сигнал? Так, и? Ладно. Посмотрим, где этот фитнес-трекер. Последняя точка — гавань Доусон. Сейчас туда полетим.
звонок с преобразованием текста в речь с Хейли Купер. Ага. Майлз, мистер Атлас пришел. Ты скоро? Ну вот! Я еще не нашел мисс Фергюсон. Вернусь как смогу. Он прямо сейчас раздает заявление на стипендию. Возьмешь одну мне? У меня есть идея получше. Лови ссылку. Спасибо. Удачи. Бля. Поспеши. Ну вот, преступность. Йоу, Майлз! Чего тебе, Ганки? Это может подождать? Ну, нет. Со мной тут мистер Атлас. Я сказал, что ты не смог прийти. Из-за волонтерской работы. И он попросил меня тебе набрать. Тебе удобно говорить? Спасибо, Ганки. Но сейчас неподходящий момент. Держите, мистер Атлас. Я знаю, у вас скоро самолет. Ганки! Алло, Майлз? Данила, да, здрасте. Ты говоришь шепотом. Я не вовремя? Нет, я могу и так. Ничего. Прекрасно. Значит, тебе интересна наша программа по музыкальным технологиям. Ну, расскажи о себе. Чем ты увлекаешься? Увлекаюсь? Я занимался созданием музыки, но сейчас для этого все труднее находить время. Ганки показал мне несколько примеров. Звучит здорово. Особенно песня «Я качаю». Чем ты вдохновлялся? Я просто как-то раскачивался и думал, мелодия сама пришла ко мне в голову. Интересно. Скажи, что для тебя важно в жизни? Быть рядом с теми, кто во мне нуждается. Быть верным, надежным, тем, на кого можно положиться. Очень интересно. И последнее. Что делает тебя кандидатом, достойным нашей школы? Я упорный. И для меня важно поступать по совести. Я вас не подведу. Очаровательно. Что ж, Майлз, спасибо за беседу. Я узнал все, что хотел. Спасибо. Вам оставить мою электронную почту или... Мы найдем, Боб. Да, вышло не очень. Может, я успею вернуться в Академию и поговорить с ним лично? Прояснить пару моментов. Блестем паутину! Да, готовься. Все, все. Ну что, с бандитами я разобрался. Узнаем, откуда идет сигнал трекера. Говорю вам, я работала в корпорации РЭД. Него скорбь. С чего вы взяли, что я знаю что-то о вас и X-35? Сигнал поступает из склада? Может, она там? Сигнал должен привести меня к трекеру мисс Фергюсон. Вон она! Стекло не очень прочное. Какой первый? Откройте панель управления. Не бойтесь. Вы целы? Я в порядке. Но кто эти люди? Как они узнали, что я работала в РЭНД? Знаете что, давайте чуть повременим с вопросами. Блин. Прячьтесь. Если она, говорит, наша. Ну? И пошел. Полетел. Ты плохой мальчик. Ты нам мешаешь работать. Твои работники похитили человека. Я должен закрыть на это глаза. Я не выберусь из паутины. Мы справимся. Ох ты! Он исчез! Ух! Сверху!
Вот и первый раз меня ушатали в игре. Слушай, большой этот. Хорошо махался. Ты замешаешь работать, паршивец! Твои работники похитили человека. Я должен закрыть на это глаза? О! Со мной, герой! Блин, да почему большого-то ты не бьешь? Отправь его в нокаут! Он пропал! Он там! Как я тебя? Тебе не победить! Может быть! Ай! Ага. Теперь не уйдешь. Ненавижу паутину. Есть. Блин, ух ты. О, как улетело куда. Невероятно. Ты один из всех перебил. На, держи. Работа. Вы готовы? Ты что, хочешь меня нести? Ну да, мне такое не впервой. Подтверди, что ты заранее отказываешься от претензий, если меня вырвет. Считайте, что подтвердил. Но лучше сразу скажите. Бабуля, ты давай терпи. У-ху. Благодаря Человеку-пауку к нам благополучно вернулась наша несравненная мисс Фергюсон. В знак нашей благодарности я объявляю Человека-паука официальным героем Бруклин Виженс. Спасибки, спасибки. Тебе здесь всегда будут рады, паук. Спасибо. А теперь все во двор. Нам покажут чудеса робототехники. Отлично. Хейли пишет, как собеседование? Закончилось. Это хорошо, ты только не волнуйся, время у тебя есть. Привет, отбор. Спасибо, что выкроил время на беседу, но было ясно, что ты занят чем-то важным. Мистер Синклер отзывался о тебе самым лучшим образом, как и директор Эванс. Я заеду на неделю, поговорим как следует. Лично. Отлично, мистер Атлас. Это хорошая новость. Ху-ху! Пришло несколько заявок с территории ПВ. Я решил связаться с тобой. Ага. Так. Это опять он. А это уже у нас Питер. Да, видите, чтобы выбрать Питера, нажать на квадратик. Все понятно, ясно. О, нет. Мне не справиться. Ой, господи. Какой-то чувак стоит тут. Ха, редкие детали. Ну почему мы не можем просто потусить в кафе? А, тут тоже какая-то, смотрите, штука. О, нифига себе, их тут сколько. Розыгрыш старшекурсников. Выпускной. И свет, камера, мотор. Ну, ребятки, мы сегодня точно проходить это не будем. А пройдем в следующей серии. А пока всем спасибо за ваши лайки, комментарии, подписки. Кто еще не подписан, подписывайтесь. До новых встреч. До свидания.